Ребят, всем привет! У меня для вас очень радостная новость. Мы стали официальными представителями KD, и к нам пришла огромнейшая партия ключей. Более 100 видов дизайнов и более 1000 штук есть у нас в наличии, которые вы можете заказать прямо в keyacademy.ru на нашем сайте. Зачем вам покупать ключи KD, если вы все время пользовались ключами X-Force? Так вот, в наших мастерских мы пользуемся ключами обоих производителей только для того, чтобы иметь широкий охват прошивок. Ко мне приехала машина Nissan Almera Classic, так вот, в X-Horse я не смог найти нужные прошивки, мне пришлось подобрать ключ KD, и он успешно запрограммировался в автомобиль. Поэтому, имея ключи обоих производителей, вы имеете максимально большой охват по дизайну и по количеству прошивок. И, естественно, вы по-любому обслужите клиента и заработаете на этом деньги. Для генерации пультов дистанционного управления вам не обязательно покупать прибор KD X2. Компания о вас позаботилась и выпустила специальный шнур для генерации, так называемый KD Mini. В его комплект входит сам шнур с двумя разъемами Type-C и micro-USB, также керн для выпрессовки штифта поворотного механизма выкидного ключа и также пульт KD. Я распаковал шнур, подключил его к телефону, подключил также к плате версии B без чипа на плате. И смотрите, у меня сразу же телефон открыл уведомление о том, что подключен прибор, функция ПДУ, генерация. Выбираем прошивку, допустим, там Ford Focus 2. Смотрите, тут подгружаются сразу же фотографии. Выбираем Mondeo Key, генерация. Смотрите. Быстро сгенерировался пульт, который мы можем прописать в автомобиль Ford Focus 2. Данный шнур может генерировать платы ключей версии B, это без чипа на плате, и NB, это с чипом на плате. Простота использования вы можете оценить сами. Стоимость данного устройства менее 2000 рублей. Но для наших подписчиков Ключной Академии мы приготовили предложение, по которому вы можете данное устройство получить абсолютно бесплатно. Переходи в комментарии к этому ролику и ознакомься с условиями. Тебе желаю удачи в работе, пиши скорей и работай и развивайся вместе с нами. Пока!